Есть одна французская легенда. Злая девушка сказала парню, который ее любил: «Иди, вырви сердце у своей матери и принеси мне. Докажи мне свою любовь». И он пошел, убил мать и взял сердце. Но когда бежал со своим подарком к возлюбленной, споткнулся и упал. А материнское сердце ей говорит: «Не больно ли тебе, мой мальчик? Не расшибся ли ты?» И понял парень, что истинная любовь была лишь у той, которую он